недели поделюсь рецептом творожных рогаликов с сахаром. Рецепт очень простой и быстрый в приготовлении. Для приготовления рогаликов нам понадобится 100 грамм сливочного масла комнатной температуры, 200 грамм творога, 200-240 грамм пшеничной муки, 65 грамм сахара плюс сахар на посыпку и 6 грамм разрыхлителя, а также ваниль. Сначала масло растираем с сахаром. Затем добавляем творог и все хорошо перемешиваем. Добавляем щепотку ванилина или ванильного сахара, пол чайной ложечки. Добавляем муку по частям и замешиваем мягкое тесто. Оно не должно быть упругим. На ушло 240 грамм муки. Последним добавляем разрыхлитель и замешиваем тесто. Тесто получается очень мягкое и нежное, не липнет к рукам. Делим тесто на две части, и с каждой части мы будем раскатывать круг, примерно 3-4 мм толщиной. Необходимо вырезать круг примерно 27 сантиметров в диаметре. Я буду использовать вот такую форму для тортов. Чтобы вырезать круг, можно использовать тарелку. Поверхность круга посыпаем коричневым сахаром. Разрезаем круг на 8 ровных частей. Формируем рогалик, скручивая треугольник от широкого края к узкому в рулетик. Затем мы подгибаем края центру и посыпаем сверху рогалик коричневым сахаром, выкладываем на противень для выпекания. Таким же образом формируем рогалики со второй половины теста.
С данного количества теста у меня получается 24 рогалика. Выпекаем 15-20 минут при 180 градусах. Рогалики получаются очень вкусные и мягкие. Рецепт и описание вы можете найти под этим видео.